Предлагаю посмотреть отличную находочку, которую не так давно нашли искатели. Может быть, они черные искатели, может, они белые искатели. Я не разбираюсь, но дело в том, что они нашли отличную вещь. Это мотоцикл L300, который вы видите на видео. Это очень старый мотоцикл, и он является одним из первых серийных мотоциклов, который еще называется «Красный Октябрь». L300 «Красный Октябрь». В начале 30-х годов ленинградские конструкторы подготовили его чертежи, вдохновляясь самым надежным байком того времени – немецким DKW Luxus 300. А уже осенью того же года была готова первая партия L300. Выпускался мотоцикл всего лишь 8 лет, с 1930 по 1938 года. А потом на его основе создали не менее легендарный Иж-8. Этот потомок L300 даже попал на серебряные монеты Новой Зеландии. К слову, имя Иж-7 носил все те же L300, которые параллельно с ленинградским предприятием «Красный Октябрь» выпускали в Ижевске. Сейчас вы посмотрели фотографии сокровища, которое найдено было в лесу, мотоцикла времен Великой Отечественной войны. А теперь я предлагаю вам посмотреть фотографии уже отреставрированных мотоциклов, которые выглядят просто великолепно.